Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. The Family! Ура! The Family! Вот опять еда. Сегодня у нас солянка с... Всегда еда. С сосисками, с чем там? Сосисули. Нет, там не только сосиски, я забыла это слово. Грудинкой. Грудинка. Со свежей капустой, еще с квашеной. О, да тут колбаска и грудинка. Там не колбаска, там сосиски, я бы сказала. Также у нас салат, смотрите. Сосисончики. Перец, помидоры, огурцы, репка. Сосисульки. Мама, тарелку. Сосисульки. Да, давай детям перец, что ты мне напомнишь? Огурцы. Алюшин. Оливковое масло. Оливковое масло. Оливковое зеленый лук. Там много чего. Такое обычно ничего. У нас сегодня праздник какой-то. Да. Сегодня праздник салатный у нас. Наконец-то. Бутерброды у нас, булочки тут с сыром. Кушаем. Ничего не слушаем. Так. Даша у нас только с английского пришла. Кружок у него. Ох ты. Занятие по английскому. Do you speak English? Do you speak English? Пик. И вот именно пик. Да я же вообще не это, не, английский не учу. Do you speak English? Do you? Speak English, так, если что. Do you speak English? У нас там просто оставался кусочек маленький, грузинки. Даша. Четверочка. Четверочка? Я решила тоже. Да, у меня четверочка. Трамвай. Четверочка. Так. Кому салатик положить? Давайте сразу. А мы уже песни учим. На английском? В юности. Давай я. Робот. Ты робот? А, авокадо еще забыла сказать. Как ты про авокадо-то забыла? Авокадо. Это же такой серьезный продукт. Хорошо, сразу краешку. Я хотела плоские тарелки. Папа что-то большой. Папа, там такая горка высокая. Где? Во дворе у нас. Это вот куда мы хотели пойти на большом тюбинге кататься вначале? Еще дальше? У нас во дворе. Да. У нас во дворе есть горка одна. Это классно. Это не горка, это просто гора. Ну, со снег снегом. Когда счищали, да, туда снег просто да. Сгребли, можно сказать, вот весь. Вот это вот выше второго этажа. Так, а можно попросить у вас бутербродик папе подать? Пожалуйста, не сказал. Пожалуйста. Спасибочки. Ну что, давайте дегустировать. Мамочка старалась. На вкусы видно. По вкусу Смотри. Видно? Тем более ты всегда стараешься. Вкусно. Пашечка. А Пашечке салатик положи хотя бы огурчики там. Не хочу. Ну, Пашечка. Одну ложечку, да? Пашечка, в футболе будешь чемпионом. Конечно, а ты что думал? Как ты хочешь стать? Хватит. Чемпионом? По брейк-дансу, чтобы тебя в старшую группу перевели. Чтобы его перевели в старшую группу, он должен эту тарелку один съесть. Мяско надо Поэтому кушать. Поэтому рановато ему. Белок еще. Надо кушать хорошо. Об силы были. Яички. Яйца. Да. Сегодня ночью. Ну, так, ну да, ночью, да, получается. Ко мне подбегает Настя. Денис. Ты видал, что творится на улице? Думаю, интересно, что там такое? Что там творится на улице, интересно, ночью, зимой? Я выглядываю в окно. И как вы думаете, что я там увидел? Никогда не догадаются. Раз, два, три, все, время кончилось. А ничего я там не увидел, вообще ничего. Там такой туманище был. Прям вот... Такое ощущение, вот мы смотришь в окно, и вообще ничего не видно, кроме вот как белым-бело все вокруг. Ну, темно, конечно, потому что ночью это все дело было. А утром уже все нормально, рассеялось. Но прям такое, не знаю, как на улице, но вот не по себе было. Давай заводи. Да, сейчас дам. Сейчас. Кстати, вчера... Побыстрее. Знаешь, музыку миссия не выполнила, надо включать. Сейчас будут болтать стоять, даже подай ребенку. Зачем? Кто вперед? Вы сейчас видели, что за кадром.
что, видео забыли? Кстати, вчера... Стоял в террасе, что так, уже знали ребенка. Кстати, я демонстрировал мое рвение, можно сказать. Дай ребенку сказать. Кстати, вчера мы добыли информатики, видели сову живую. Чего видели? Большую сову в окне. Она билась об окна, она пыталась залететь, наверное, с питона и улететь. А ты видела? Нет, я школу видела, нам учитель рассказывал. Она когда собиралась домой, тоже видела. Вот. Потом летели три сороки, начали ее клевать. И она еле-еле ноги унесла, потому что там рядом были много гнезд. Крылья. Все, перебил, вставил школу. Она еле-еле улетела. И Анастасия Владимировна, учитель по информатике, еле-еле хоть как сфоткала. Сфоткала. Показала? Паш, ну что вкусно? Сидит, это выгребает колбасу. Там, он да? ест. Он огурчики он сейчас. А капустку кушаешь? Ну, конечно. Я все жадная. Паша любит такую саляночку? Угу. Что-то у тебя там сосисок нет. Внизу все. Нашла. Сколько сосисек ушло на это блюдо? Две. Демократично. Две сосиски, грудинка же у меня еще была. Зачем много столько мяса? А что, тебе мало? Нет. Вообще солянка сама по себе даже вкусная. Тогда ты говоришь, Даша, что-то сосисек у тебя не видать. Всем спасибо, всем пока. А она вон не видит. Ты что, что ли? Ну. Я не хочу есть. Не перейду тебя в старшую группу по брейкдансу. Давай, иди. Паша, как ну, хоть обычный... немножко тут он огурчиков поел. Еду года. Хоть какой-то плюсик небольшой. Это вам не шаурма, да? Ой, была бы шаурма, тут добавки бы пришлось накладывать. Угу. Ну что, еще сделать шаурму? Раз она так разлетелась быстро. Мы же сегодня с Пашей один напополам съели. Ну, пусть папа покупает тортилью. Купи, папа, тортилью. А сколько осталось? Ты же не все, да, потратишь? Что-то? Два осталось. Не густо. Куриную грудку надо покупать, все, ну да. А сколько в упаковке там штук было? Там, по-моему, штук пять или четыре, я не помню. Пять, по-моему. Короче, две упаковки хватит, да, получается? Угу. Две упаковки. Повторим, скажем так. Будем руку нарабатывать. Правильно? Чтобы с каждым разом все красивее оно получалось. И вкуснее. И вкуснее. 16.46. Добавочки, если что, бери. Список вообще как будто нет. Ну, вот можешь, кстати, не написать список, не что надо, купить? Мама. Потому что я так прочитал, что там у нас и мандарины закончились. Да. Ну, ты видишь, если бы не последнюю съела. Угу. Ну, было две, Паша одну съел, я одну съела. Да, смотрю, Павлик на них начал налегать хорошо. Да, смотри, Паша съел мандаринку, я делала уроки по-английскому. Прихожу, помыла себе мандаринку, прихожу в зал. Паша уже съела мандарин, говорит, дай мне тоже. Говорит, ты только что съел. Говорит, ну дай, начал ко мне приставать. Я еле-еле ее съела. Да, мандарин ну, сладкий, да. Корейский у нас. Угу. Чай корейский, чай. Турецкие отвратительные были. А вот корейские прям само то. У меня позднее зажигание. Я только сейчас что вспомнила. А сам тайландский еще. Турецкие лежат мандарин. Кстати, еще есть. Знаешь, что вспомнила? Надо было мне... солянку сделаю с грудкой. Там уже у меня кусочек грудки остался. А я эти сосиски положила. Вот сейчас ем и вспомнила. Капец, у меня мозг работает. Mm-hmm. Да, было бы вкуснее. Куда вкуснее, чем? Сосиски бы вкуснее, да? Mm-hmm. Тут грудинка, тут сосиски. Ну ладно. Ну, я бы был не отказался, если бы еще поверх этого еще и грудь, тут грудка бы оказалась. Mm-hmm. Дополнительно. Без еще сосиски. Если сосиски. Но. Если сосиски, я слышу, что ты там бухтишь. Если сосиски не брать, грудинку и грудь так вот поправить. Да мама поняла. Ну, она тихо. Просто говорит тихо и запитается, не понимаю.
Ты что там шмыгаешь, сидишь? Да, ничего. Все видео. Все под контролем. А этот там еще кашляет специально. Не дает нормально сняться. То есть тебе его кашель прям вот все избил тебя, весь настрой. Это еще бухтит, весь видос заколебало. Каждое видео. Я только начал. Я про себя. А я только начал. Папа, кстати, в последнее время, что бы не ел, все молчит. Вкусно, невкусно, не понять. Я же сказал изначально, что вкусно. Да? Да. Иди пересмотришь, что не ест. Причем я еще не слышала. Про шаурму? Тебе опять кто-то память стер. Кто это? Память или кому внимательность? Кому салата? Будешь салат дашь? Я еще не дали. Настя. Будешь? Зря. Ой, зря. Салат вкусный. Да, салат вкусный. Ой, упала. Что-то Паша подбрюхивать стал, кстати. Брюхает что-то. Мы завтра идем на прием. Он гулял, у него уши открыты были. Брюхал. На днях. Вот это. Может быть, где-то что-то продуло. Он еще сегодня гулял. Он и сегодня. У него сегодня на улице сломался замок. Я не знаю, как он гулял, но он пришел с расстегнутой курткой. Полностью вся расстегнутая была? Да. Может, грудь продула. Может, я не обращала внимания, когда он со мной заходил. Слушай, он так гулял с расстегнутой курткой, получается? И вся грудь нараспашку у него была? Нет, почему у него тут застегнуто было? А, за счет липучек все-таки держал. Да. Вот капец. Но папа оперативно починил замок. А да, мы тут чуть-чуть уже елку начали наряжать. Даша, она еще мокрая. Я ее после гаража помыл. Она более-менее стекла, я ее, ну, как бы собрал и поставил сушиться в зал. Ее еще надо там распушить, там веточки все разогнуть. Они уже наряжают ее все. А ты же сказал, наряжать можете. Я сказал, вон теми игрушками. Ну, мы наряжаем. Там сколько их? 6 штук, да, было? 12. Сколько? 12. Сначала свои фонарики повешаю. Получается 14 игрушек. Фонарики, они же для комнаты предназначаются вам. Как и ночнички. А мы-то решили на елку. А я думала, для елки они. Мама. Там такие петельки висели. Всем спасибо. Всем. Мама сказала, что захотят они в туалет пойти. Возьмут этот фонарик в ручки, включат. И ночью, знаешь, как в темноте, там, знаешь, там, как раньше со свечами, знаешь, как где-то. Там просто фонарик такой, как в виде домика. Короче говоря, завтра я планирую приготовить, знаете, что? Я не буду, наверное, рассказывать. У нас уже все для этого есть. Но это надо, знаете, как приготовил и сразу сел. Чтобы не ждали, как солянка я сделала уже, наверное, час назад она стояла. Ну, а здесь надо, чтобы все были дома. Ура. Сделали на стол и кушать. Это такое вкусное блюдо. Кто догадается? Какое? У тебя уже все готово для него? Ну, все продукты, я имею в виду, есть. Надо только... Интересно, что это может быть? Надо только приготовить. Да, ты часто его готовишь, это блюдо? Нет. Ну, Катя, вообще ни разу не делала. Раньше делал ты, но немножко по-другому. А, значит, я еще делал. Интересно. Так что? Сюрприз будет. Я скажу, что сосисок мало. Я не считаю, что мало. Две сосиски на сковородку – это нормально.
Если бы, конечно, штук 5 положил. Минимум. Просто еще за счет того, что грудинка была вылета, вот такой кусочек, я посчитала, что будет достаточно. Но вообще она, в принципе, и без мяса готовится. Красота. Что-то еще накладываю? Я все. Я давно такие салатики не делала с этого. С авокадо. Салатик во. У нас там еще одна авокадо в холодильнике. Я как-то взял их несколько штук, Настя про них забыла. Я полез в холодильник и нашел их там. И напомнил Настеньке, что у нас там еще есть кое-что интересное для салата. Ну, репку вообще надо есть, она тоже как бы очень полезная. Полезный такой овощ. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш основной канал. Ну, второй. Вот, Инстаграм. Мы будем с вами прощаться. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.